Друзья, всем привет! Мы два прекрасных дня, три прекрасных дня отдыхали в Амге, на берегу Амги, около села Датюн. Вот, и около нас, неподалеку, отдыхала еще одна семья. Они отдохнули, уехали, и вот после них осталось такое богатство. Мы решили с Лили. Лилия, скажи привет. Привет. Мы решили, что это как-то, ну, не очень, да? Взрослые люди приехали, да, на крутой машине. На крутой машине 200-й, по-моему, у них был. Хорошо отдохнули, да. И я не понимаю вообще, как тут можно сделать. Вот ты будешь вот так снять? Да, сейчас сниму и все покажу. И вот, что они оставили после себя. Смотрите, в каком состоянии столько всего. Мы там были, они вот здесь. Ужас, кошмар. Люди, не делайте, пожалуйста, так. Не оставляйте после себя такой, да, ужас. В таком прекрасном месте это как может вообще... У самой чистой реки. Да. Это прям очень близко. Очень, очень, очень. Взрослые, осознанные люди, они были намного старше нас, примерно... Поколение наших родителей. Вот, мы сейчас будем убираться.